Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Су Ён, Ким Су Ён. Я приехал из Южной Кореи. А сейчас живу в Алматы. Это русский, это только 4 месяца изучаю. Могу потом хороший говорить по-русски. Спасибо. Wow, fantastic, baby. Да, я уже замужем. Это мой муж, это работа в Алматы. Поэтому я сейчас в Алматы. Сейчас это я студент КСГУ университет. Изучаю русский язык. В Корее Су Ёнг вела активный образ жизни. В Казахстане она пока только привыкает к новым реалиям. Meet many people in Kazakhstan. Now I'm only in home. Это каждый день дома. Я не нравится. South Korea X Factor in Korea is very famous. I'm in Korea. I'm a musical actress. Как это? I'm working in theater. Because I don't have chance, I don't have time, but now I have time. Wow, fantastic, baby. Dance. Hi. Hello. Hi, здравствуйте. What is your name? Меня зовут Ким Су Ён. Что вы будете петь сегодня? Петь? Сегодня это Отанана. Аман келемас, асольжаман, саган женемас, чаркольомор, чаксун кундер, арна серемдеремас. Вы знаете, я очень боялась, что песня будет как-то иначе звучать или будет испорчена. Вы очень душевно ее спели. Может быть, не так вокально, но сердечно. Замечательно, что ты начала свое выступление, сегодняшний день открыла именно с казахской песни. Браво! Исполнение было очень трогательным. Возможно, у вас оно было не совсем профессиональным, как хотелось бы, но выбор песни очень удачный. Давайте голосовать. Я говорю вам да. Спасибо. Да. Спасибо. Ким, я тоже вам говорю да. И у вас три да. Вы проходите следующий. Спасибо. Какие сейчас у вас ощущения? Сейчас? Я сейчас это... Да-да-да-да-да.